то он неправильно ощущается. Значит, что нужно быть? Чтобы не подняли, что нужно главное? Жестко держать. Держать бланш и это, двигатель. Правильно, держать бланш. Да. И двигатель, наверное, в сторону от него. Значит, давай теперь так. Кто неправильно газ защищает? Возьми, снимай. Да? Значит, в каких случаях неправильно защищает? Первый. Когда поднимаешь за таз его, за таз поднимай. Вот начинай за таз поднимать, просто поднимай. Поднимай. Он таз отдает, если так согнул? Если он таз согнул, мне легче поднимать. Да. Значит, вот так нельзя делать, да. Держит бланш, вот это трудно. Да, да. Сейчас таз согнул, таз. Опа. Вот. Поднимай. Вот отсюда мне легко. Поднимай. Значит, когда таз сгинает, бланш не держит, то подъем можно легко пройти. Теперь. И ты его поднимай теперь, когда он держит бланш. Давай. Просто поднимай. От земли оторви его просто. Поддень его от земли. Вот когда он держит бланш. Опа. О. Вот бланш держит. Ноги прямые, да, вот это. Ноги прямые. Упор в плечо можно двинуть немножко, да. Вот бланш он держит. Отсюда тяжело поднять. Да, очень. Отсюда тяжело. Поднимай его, пробуй поднять. Он сейчас держит бланш и движение вперед. Движение вперед. Пошел. На. Ты пробуешь его, защиту. Начинай двигаться. Взял. Значит, начинай, Ислам. Опа, пошел. Двигаемся. Раз, двигаемся ногами. Ногами двигаемся, да. Опа. Постоянно двигайтесь. Ноги заряжены. Ноги заряжены, да. Хорошо. Опа. Вот. Это защита. Отсюда тяжело отжать. Прямые ноги, бланш. Отработка защиты. Значит, передвижение. Передвижение по ковру. Постоянное продвижение вперед в сторону. Да, вперед в сторону. За счет ног и рук. И постоянно ноги заряжены. Раз продвинулся. Два продвинулся. Два. И постоянно продвигаешь. Да. И жестко бланш держишь. Да. Вот, если он сзади берет, не боку. Вот, нога. Да, и ногу обязательно. Да, и ногу бьет. Ну и там вообще-то время, если загнешь, там будет. Нет, загинать не надо. А просто еще продвигайся. Тому, кто так поднимает, делает подъем на задний пояс. Не давать, значит, штрафануть. Постоянно кто защищает, он двигается. Опережает его начало. Пошел. Только поднимает, опережает. Только поднимает, опережает. Опережает, двигается. Главное, что руки вот не так вот двигать, а чтобы... Подгребать. Да, ровно, да ничего, не слаблено не было. Подгребать, не по одной, да? А двумя сразу. Двумя, и ногами. Да, и ногами помогу. Есть такое упражнение, покажи. На ноги тоже, от всех. И слабо. А? Да. Нет, наоборот, ноги так, да. А ты ляж, руки положи на него, это как мышцы тренируемые, да. Положи руки на него сверху. Вот, да? А ты подвигайся вместе с ним. Тренировочное движение, да, пошел. Не надо, ты руки не трогай, не надо, он сам тут. Опа, движение, как мы тренируем движение. То есть, если он, есть мышцы все включаются у него, то он, да. Вот такое упражнение нужно обязательно делать. От боку. Да. Партнер на тебе, вот, пожалуйста. Мощно. Назад. Постоянно продвигаешься, да. Это включается в разминку. Да. Упражнение такое, раз, постоянно, на тазу постоянно двигается. При разминке тоже можно включать вот эти упражнения. Движение, да. По руке можно ударить, но не держать. Держать нельзя, да. От него оторваться. Вот теперь ты возьми Ислама, пусть он подвигается, так же возьми. Это те упражнения, которые мы включаем в размер. Движение, раз, два, подъем, три, подъем, постоянно двигаемся, четыре, пять, двигаемся. Если он задержался, сразу будет подвигаться.